В Якутске стартовала всероссийская акция «Чистый берег». Сотрудники ГИМС вышли на уборку прибрежной зоны городского пляжа. Собранный мусор был вывезен и в дальнейшем будет утилизирован. В уборке также приняли участие управа Губинского округа и курсанты Института водного транспорта. Эта акция пройдет по всей республике. От мусора будут очищены прибрежные территории всех водоемов Якутии. Акция стартовала в преддверии начала купального сезона и открытия навигации для маломерных судов. Также масштабная уборка является подготовкой ко Дню Полярника. В его рамках 21 мая на пляже 202 микрорайона состоится заплыв якутских моржей. Состояние пляжа ужасное. Много мусора, битого стекла. Неприятно находиться в таком месте и небезопасно. Значит, такие подобные мероприятия будут проводиться. Это, значит, мы пришли прибраться, сделать генеральную уборку, навести санитарный порядок. Дальше такие подобные акции будут проводиться перед купальным сезоном и поддержание наведения в течение всей навигации.